пришла зима в город. Была такая вялая зима, а сегодня уже все заметает полностью. Ну, вроде с утра убрали, песком посыпали. Если сейчас будет мороз, то, конечно, будет похуже. Посмотрим, как в центре убрали. Какое там состояние дорог. Сегодня не удалось поехать в лес. Из-за такой погоды пришлось все планы менять. Вообще туда ехать, ноги мочить. Время съездить, может быть, следующий выходной. Посмотрим. Сейчас направление меняем в противоположную сторону. Это будет самая морозная неделя. Ну и может быть еще и довольно снежные. Сегодня все съезжаются. Это было много выходных. Многие уехали еще в конце прошлого года на отдых. И сегодня все съезжаются в город. Будут гигантские пробки в сторону Киева. Это всегда так. Даже не нужно предвидеть, оно все и как. Каждый год одно и то же. Посетим парки где-нибудь ближе к центру, вместо леса. Такая небольшая альтернатива лес. В лесу сейчас не пройти. Да, в лесу в зимнем интересно, но там сейчас бездорожье, слякоть. Рассчитывали, что будет сегодня сухо. Пока на дорогах свободно. Может, потому что сейчас утро. Сейчас посмотрим, как на проспекте Победы. Светофор часто ломается. Тут создается хаос. Почему-то, как правило, в летнюю пору. Зимой редко ломается.
академгородок. Сегодня, на удивление, как малолюдно. Машинам сразу видно, какие в гараже стояли, а какие на парковке. Потому что с раннего утра идет снег. Где-то с 4. Ночью выглядывал в окно, снега не было. А уже под утро он пошел. Красный свет. Ни один светофор не подключили. Этот Сергей с нами едет рядом постоянно. Проспект свободный на периферии, по крайней мере. Слабый мороз, снег еще успевает таять. Уже сильный мороз будет со следующей недели. Администрация всегда так украшает, каждый год вечером светится.
знать заранее. Нехорошие дороги. Для тех, год тигра закончится рано. На Берестейку можно сказать окраина центра города Шулемка. Уже все нормально, снег особо не идет, но посмотрим днем будет. Вот так вот. Такая вот зима в городе.